нашей книжки. Двойняшка, Машка с Мишкой нам не дадут заснуть. Их добрый Тышка друг, он шустрый Яшкой друг, решит страну мечты искать, а Мышка будет помогать. Все равно пойдут в большую, неведомо какую, весла и горя нет. В пути не будет скучно, друзья их неразлучны, и многое узнают тут. И вас, ребята, в путь зовут. Дружбаландия! Там, где ты не был! Привет, мои дорогие друзья! С вами любимая Дружбаландия, которая знает, как быть здоровыми и счастливыми. Секреты Дружбаландии сегодня с нами будут узнавать Ян и Кариночка. Привет. Денис и Кирилл. Привет! И, конечно же, вы, мои дорогие друзья. Слушайте, скоро же каникулы. А что вы обычно делаете на каникулах? Я играю на компьютере в пиратов. Ого! А ты, Кариночка? А я на выходные гуляю во дворе. Во дворе гуляешь, да? А вы, мальчишки? А я играю и гуляю. Играешь и гуляешь. А я мультики смотрю. Ага, значит, на каникулах вы только гуляете и смотрите мультики. А дома маме кто-то из вас помогает? Я помогаю. Помогаете, а как вы помогаете? Я к маме и волком. Молодец. А ты, Кариночка? Я помогаю варить ужин. О, я думаю, из тебя выйдет очень хорошая хозяюшка. А у вас, мальчишки? Я хожу в магазин. Магазин сам? Вот молодец. Я несколько раз ходил. Молодец. А я пыль вытираю. Умнички, вы все молодцы. Хорошо, что вы маме дома помогаете, потому что даже на каникулах тоже нужно убирать. Даже есть такая пословица: чистота – это залог здоровья. А что общего у здоровья и чистоты? Если дышать пылью, то можно серьезно заболеть. А, да. А если будут руки грязные, все микробы в рот попадут. Правильно, а правильно. А если не мыть волосы, то они отпадут. Ой, ужас какой! А чтобы у нас волосы не повыпадали и микробы мы с вами не глотали, лучше убирать дома и всегда быть опрятными. Чистота – залог здоровья. Ребятки, давайте с вами вспомним, что же нам помогает дома убирать. А в этом нам поможет Дружбаландия. Подайте, пожалуйста, книжечку. О, спасибо. Так. Смотрите, Дружбаландия нам предлагает отгадать загадки. Давайте их разгадаем. Поставьте обратно книжечку. Итак, целый день плясунья наша рада по полу плясать. Где попляшет, где помашет, ни соринки не сыскать. Метла. Давайте сейчас проверим. Щеточка. Ну ты не расстраивайся, Кирюша, порядок можно наводить и метлой, и щеточкой. Почти угадали. Хорошо, вторая загадка. Когда наводят дружно порядок и уют, все, что совсем не нужно, мне люди отдают. Пылесос. Пылесос. Пылесос, мусор. Мусор. Давайте проверим. Если быть точным, это мусорное ведро. Вы молодцы, что почти угадали. Следующая загадка. У нас в квартире робот. У него огромный хобот. Любит робот чистоту. И гудит, как лайнер. Пылесос! Молодцы! Сейчас проверим. Правильно, вы угадали. Это пылесос. Молодцы. И последняя загадка.
Хлопотун Егорка взялся за уборку, в пляс по комнате пошел, оглянулся. Чистый пол. Метла. Сейчас проверим. Правильно, метла. Умнички. Я вижу, вы замечательные помощники для своих мам. Но вот скажите мне, пожалуйста, уборка, это же ведь так скучно и неприятно. Что в ней может быть интересного? Настя, надо убирать, чтобы было чисто. Но зачем нам эта чистота? Ведь так удобно. Везде лежат игрушки, книжки. Протянул руку, взял, и никуда ходить не надо. Игрушки нам могут мешать. Ну ладно, игрушки точно могут нам мешать ходить. Ну а вот пыль лежит себе на полочке и никому не мешает. Пыль тоже вредна для здоровья. Да? Что там, что попадет инфекция. Правильно, ребята, от пыли можно серьезно заболеть. Но я вас проверяла, и вы молодцы, не сбились с толку. А вот если не убирать, то может произойти такая история, как с нашим героем Яшкой. Хотите узнать, что с ним случилось? Да! Давайте узнаем. Однажды наши друзья Машенька и Мишенька проснулись утром. Увидели за окошком, какая хорошая погода. Они так сильно захотели выйти погулять, что убрали постельку, почистили зубки, позавтракали и побежали гулять во двор. Потому что обычно их по выходным дням всегда во дворе ждет Яша и Тышка. А в этот раз, когда они пришли во двор, во дворе был один только Тышка. Они подошли к нему и спросили: А где же Яша? Не знаю, я уже всех вас полчаса жду. Уже устал прямо кататься, а Яши все нет и нет. Так а чего сидеть и ждать? Пойдемте узнаем, что случилось. Пойдем. И друзья пошли, думая по дороге, что же могло случиться. Но когда они пришли, то мама сказала: «Мне очень жаль, но Яша заболел». «Как заболел? Он вчера на улице даже шапку не снимал и даже курточку не расстегивал». «А все-таки заболел. Все время чихает, кашляет. Так ждал выходных и теперь проводит их один дома». А можно мы его проведаем? И мама, конечно же, разрешила. Когда друзья зашли в комнату Яши, то чуть не упали, споткнувшись о конструктор. Везде на полу валялись игрушки, и даже книжки лежали на ковре. А Яша лежал в постели, укрытый одеялом, и то кашлял, то чихал. «Что это с тобой? На улице такое солнце, такой чудесный день, а ты болеешь. Когда это ты только успел заболеть?» «И что это за куча игрушек? Мы чуть не упали, когда заходили. Ты вообще в комнате убираешь?» «А зачем убирать игрушки? Их же потом все равно обратно доставать. И вообще, я больной. Апчхи!» И тут Тышка сказал: «Я, кажется, знаю, от чего ты больной». «От чего? Апчхи!» «От того, что у тебя в комнате беспорядок, на полках пыль, да еще и окно закрыто, никакого свежего воздуха». И Тышенька подошел к окну. «Что? Не открывай! Я же болею!» «Вот мы тебя сейчас и вылечим и пойдем вместе играть в новую интересную игру. Хочешь?» «Хочу! Хочу! А что надо делать?» «А где у вас тут швабра, тряпки, пылесос?
и открывайте скорее окно. Ребята дружно взялись за уборку. Игрушки расставили по своим местам. Книжки аккуратно сложили на полку. Пропылесосили ковер, вытерли влажной тряпочкой пыль и даже полили цветы. После уборки все заметили, что Яша перестал чихать и кашлять. «Видишь, Яшенька, вот что значит чистота. Даже дышать легче». «Действительно, так чисто стало, даже настроение поднялось. Спасибо вам, друзья! Приходите ко мне всегда делать генеральную уборку». Нет, Яшенька, каждый человек должен уметь убирать в своей комнате сам. И не забывать проветривать ее. А давайте договоримся, каждое воскресенье по утрам сначала убираем, а потом встречаемся во дворе. И все Машу поддержали. Договорились! Но теперь-то мы убрали, можно и во дворе погулять. И друзья скорее побежали во двор играть в новую игру. Вот такая интересная история произошла с нашим другом Яшкой. А теперь вы поняли, от чего Яша заболел? Что у него там беспорядок. Он пыль не вытирал. Да. Нужно не только убирать, но и проветривать комнату. Правильно. И от этого у него в комнате столько было пыли. Вы знаете, кстати, если мы на полочке проведем пальчиком, одним пальчиком, то на нашем пальчике останется аж 5 миллионов микробов. Представляете? Если мы будем дышать таким грязным воздухом, что с нами может случиться? Заболеем. Да, мы очень серьезно заболеем. Даже такими сложными болезнями, как аллергия и астма. Теперь вы знаете, для чего нам нужно в доме делать уборку. Чтобы не болеть. Правильно. Кстати, с этого нужно себя приучать с детства. Портфель не должен валяться на полу. Мокрые туфли не нужно ставить в шкафчик, пока вы их не просушили. И оберткам от конфет не место на полу. Желаю и вам не болеть и быть готовыми к новым приключениям в поисках главного. Пока! Мышка, Яшка, мышка, и Машенька, и Мишка свой продолжают путь. И летом, и зимою, и осенью, и весною в страну своей мечты идут. И дружбаландию найдут. Помогать маме в доме убирать, чтобы было чисто и уютно. Будет в комнатах свежо, будет в доме хорошо. Вымету из комнат мусор, пол помыть не поленись. Я пыль протру я влажной тряпочкой. Будет в комнатах свежо, будет в доме хорошо. Я стараюсь помогать маме в доме убирать, чтобы было чисто и уютно. Будет в комнатах свежо, будет в доме хорошо. Она такая яркая! Она такая красивая! И интересная! Я с ней никогда не расстаюсь. Угадайте, что это? Дружбаландия! Там, где ты не был. Этой страны вы не найдете на глобусе, но она все-таки есть. Наши герои Миша, Маша, Яша и Тышка отправляются в путь по нашей планете с мудрой книгой Библии. Хочешь путешествовать с ними?
Да! Вам уже не терпится купить билет в Дружбаландию? Для этого билет не нужен. Нужен журнал «Дружбаландия», в котором написано, как туда попасть. В каждом выпуске новое путешествие в Германию, в Данию, в Грецию, в Австралию. В этих журналах можно узнать о каждой стране. Путешествуй с нашими героями по всему миру, чтобы найти следы этой удивительной страны. Я мечтаю объехать все страны мира. На страницах Дружбаландии вы увидите то, что никогда не видели. Я всегда жду с нетерпением этот журнал, потому что там столько много разных головоломок, загадок, ребусов, а я их так обожаю. Узнаете то, чего раньше не знали. В этом журнале я узнала, почему тонул Титаник. Сделайте то, чего раньше никогда не делали. А еще в некоторых журналах есть мультики, которые можно сделать своими руками. Хочешь быть первым в учебе? Читай Дружбаландию. В этом журнале я нашла о музее микроминиатюры и рассказала об этом в классе, и мне поставили хорошую оценку. Познакомиться с этим журналом можно на сайте www.lifesource.com.ua. А на сайте телеканала «Надия» hopchannel.info вы легко найдете в разделе «Программы» передачу «Дружбаландия» и увидите новые приключения наших героев. Благодаря Дружбаландии мы побывали в Греции, и в Германии, и в Австралии. И все наши приключения в журнале описали. Ой, а где можно купить такую Дружбаландию? Вы ее легко найдете в книжных центрах и у литературных представителей в своих церквях. А мне мою первую Дружбаландию подарил дедушка. А когда я принес ее в школу, она так понравилась всем одноклассникам, что теперь мы с нетерпением ждем следующих выпусков журнала «Дружбаландия». «Дружбаландия» – это отличный подарок детям, внукам и друзьям. Пусть все-все-все ваши соседи и знакомые узнают больше о Боге и о Его небесной стране. А с Нового года Дружбаландия будет выходить каждый месяц!